попередніх програмах ми розповідали про ситуацію у муніципальному футбольному клубі «Миколаїв». Серед численних проблем, які постають перед єдиною професійною командою області – підготовка молодіжного резерву. Виховання власних кадрів – це матеріальна та ідейна складова розвитку успішних клубів. Коли молодий футболіст з нашого міста, намного менше на нього йде затрат, тому що живе він вдома, йому не треба знімати квартиру, питається вдома. Да и у него есть соседи, родители, родственники, которые будут приходить на футбол, будут его поддерживать. Ну и само отношение юного футболиста к команде будет, я думаю, патриотичнее, потому что он будет представлять свой город, защищать честь своего города. И поэтому я думаю, что для команды в общем было бы очень хорошо, если бы хотя бы половина команды была из местных воспитанников. В Миколаєві одразу декілька дитячо-юнацьких спортивних шкіл навчають азам футболу. Серед вихованців цих закладів багато відомих футболістів. Вот Владимир Пономаренко, воспитанник, сидящий перед вами тренера. Также Сережа Бугай. Это с групп подготовки с нашей футбольной школы. И они заиграли в футбол, большой футбол, большой. Вот. Не только он, там еще много ребят у нас. Детская спортивная школа номер 3. Кузница николаевского футбола, но не только николаевская. Раньше была детская спортивная школа на Московской, где сейчас стадион «Юность». И при команде мастеров. Мы находимся, это бывший центральный стадион, который назывался он «Авангард». И здесь играла команда «Судостроитель» класса «Б». А когда центральный стадион на проспекте Ленина в 65 году был построен, тогда детская спортивная школа перешла со стадиона ДСШ-3 на Московской, которая вот сюда, на эту территорию. Здесь также были и трибуны вот, на 7 тысяч посадочные. Ну, как говорится, бывший центральный стадион. Перед дитячо-юнацьким футболом Миколаєва постають ті ж самі проблеми, що і перед дорослою командою. Насамперед, це відсутність належної матеріальної бази. У 2010 році мене сюди покійний мер попросив, щоб я прийняв розвалини цієї школи. Дійсно, тут состояние було ужасне. Лежали дерев'я, мусорник був. Так далее. Я 2 года только занимался, как говорится, хозяйственной частью. Нету такого стабильной материальной базы, то есть поля сюда включают. И даже покупка формы, покупка мячей и места для тренировок. Вот первоочередное. Нету детям, если честно, вот, в раздевалке холодно, нету помыться им. Переодеться. Перше та найголовніше для футболіста – це наявність поля. Від його стану залежить і якість гри, і результати матчів, і зростання майстерності, і навіть здоров'я спортсменів. У Миколаєві з полями складно. На сьогоднішній день своїх ребят молодих, їх по большому счету негде готувати, тому що тренувальних полей для дітей немає. Площадок нет, если даже они есть, то просто не хватает светового дня для того, чтобы ребята могли потренироваться. Они после школы приходят буквально 2 часа и на улице темнеет. Материальной базы как таковой у нас вообще практически нет. Тренируемся мы на искусственной площадке 20x40 за табло центрального городского стадиона. И 3 часа, грубо это сказано, 3 часа в день на искусственном поле, которое уже, как вы сами понимаете, 10 лет ему, по-моему, да, уже, оно не того качества, которого хотелось. Потому что отсюда идет и травмы у детей, потому что они как бы сопоставимо, это дитя должно учиться и подкатом, и отбором, и все остальное. Но на этом поле уже практически это невозможно делать. Работают совсем другие мышцы, связки.
И потом вот этот переходной период, который у нас как бы с детского футбола во взрослый, ну, это просто у нас пропасть. Потому что у нас в городе нету травяных покрытий с полями. Нету. Одно центральное, ну, нас туда даже никто и близко не подпустит. Потому что вы сами понимаете, что сама команда первая, которая мы работаем на нее, должна там работать. У нее времени не хватает, а у нас тем более. Часть школы работает здесь у нас на искусственном поле, а часть работает на стадионе «Юность». Наверное, тоже знаете, да? Если как бы можно его назвать, это поле. Это искусственное поле, которому 10 лет. Очень уже стало оно жесткое. То есть для этих ребят все, колени, спина, все мышцы, все летит. Очень сложно тренироваться на этом поле. Тем более подготовить таких футболистов и потом, чтобы они перешли сюда на зеленый газон, ну, скажем так, практически нереально. Мы можем зайти просто в тупик. Просто в тупик. Ребята тренируются в школе, переходят в эту команду. Дальше у нас получается только городские соревнования и соревнования, которые они играют на область. Особливо гостро проблема відсутності місця для тренування постає у зимовий період. Дощ, сніг, морози, льод у нас здесь. Где тренироваться? Негде. Вибираємо, я не знаю, от там где-то кусочок дорожки, щось пробіжатися, где-то вокруг. Негде тренироваться. Я розумію, це і проблеми команди мастерів, перше діло. Але для того, щоб менше проблем було там, треба все, вот эту пирамидку эту нужно, где на вершине стоит команда мастеров, наша главная команда, вот эта пирамидка должна работать. Відсутність якісних футбольних газонів ускладнює перехід з юнацького до дорослого спорту, який і без того досить непростий. Ми б ще, звісно, хотіли, щоб кожен рік зі спортивної школи, з нашої школи, максимум, не треба там много, по одному чоловіку, просто мы брали их на сбор, и какой-то был, это, мягко говоря, прогресс. Но поскольку в школе, там будет дальше сказано, определенные условия, плюс люди тренируются на очень хорошем поле, но на синтетическом, то переход вот этот, именно если ну, сам переход, он болезненный, скажем, с юношеского футбола во взрослый. Да, плюс да, там есть много психологических нюансов, не тогда поставили, рано дали аванс, ну, много там чего. Кроме всяких методических, мы сейчас такое, сколько мы тут пока, как-то со школой налажим, пытаемся методически пока как-то это все дело приструнить, но мы все равно, они же не придут сюда на поле тренироваться, нам здесь, мягко говоря, не... То есть, да, в общем, приблизительно такой момент. И отсюда страдает качество, то есть количество футболистов набрать не вопрос, все зависит в качестве. Они, получается, не могут перерасти в профессиональных футболистов из-за того, что... Скажем, опять же, искусственное поле, нет полей для того, чтобы тренироваться. Вот детская школа тренируется, скажем так, зеленое поле поделено на 4 части, и они тренируются на четвертинках. Все дети. Мы не можем говорить о развитии футбола в таких условиях. Поэтому мы как-то, в конце концов, мы придем в тупик и все. И мы только будем набирать футболистов с других городов. Смысл тогда... спортивної школи. Наступне болюче питання – виїзди на змагання до інших міст України. Миколаївські дитячі та юнацькі команди беруть участь у всеукраїнських турнірах. Але кожна поїздка за межі області – це героїчне подолання труднощів. 5 місяців в году ми участвуємо в чемпіонаті ЮФЛ України. І от, в зв'язку з тим, що у нас такі дороги, ми в Запорожжя, вот ездили, выехали, но не доехали. В связи с тем, что дороги обломались, и нам, соответственно, засчитали поражение и оштрафовали еще на 3 очка и все остальное. Потому что если сейчас в связи с тем, что у нас нет финансирования как-то у кого, мы выезжали в день игры, в 6 утра садились и доезжали. Когда были более-менее дороги, мы еще успевали там договаривались игры на час и играли. Это самое, с автобусом. Пока вышли, разминались, уже 2-0, сели в автобус и уехали.
это самое. Вот так вот. И получается то же самое. Пока у нас не будет задействованы стадионы, которые должны строиться, как в других городах. А то, что есть у нас, мы его как бы, я не знаю, не используем. Или, вот, например, есть у нас стадион в этом в Парке Победы, его никто не использует, он просто стоит. Если управление спорта выделяет где-то 30 тысяч на год, то приходится мне, как директору, делить пополам. Отделение футбола и отделение художественной гимнастики. Вот. Ну, могу только, если мы играем в чемпионате Украины, один выезд где-то составляет, чтобы, мы же двумя возрастными группами, 50 человек, это большой автобус. Вот. И где-то поездка обходится 12 тысяч, одна. А за сезон нам приходится выезжать до 11-12 выездов. И также надо играть и дома, принимать команды. Там, мы играем, зональные у нас южный регион, Одесса, Херсон, Кировоград, Запорожье. Вот Кривой Рог, вот этой команды, которой мы играем, южный регион. Точнее, чтобы меньше было, как говорится, расходов. Вирішувати фінансові питання дитячо-юнацькі спортивні школи Миколаєва змушені за рахунок спонсорів та батьків. Горспорткомітет нас фінансує, ну, це капля в морі, і ми, виходить, там то родительський комітет там працює, то допомогу оказують депутати обласного совету, городського совету. Отак виїжджаємо. У нас задача, якщо чесно, так, це доїхати. Потому что если мы не будем доезжать, играть, то понятно, эти дети, которые у нас есть в школе, они просто перестанут обучаться футболу. Я очень благодарен спонсорам, которые помогают и отвлекаются на все, как говорится, те проблемные вопросы, связанные с участием чемпионата Украины и также, как говорится, экипировка футболистов. Вот, и по хозяйственной части, в общем, я очень благодарен тем, не буду их перечислять, потому что список очень длинный, большой вернее, потому что действительно, если бы не они, то я не представлял бы, как школа жила и так далее. Это бюджетная организация, никто у нас, никто ни за что не платит, дети, просто как бюджетная школа. Финансирование, естественно, зарплата тренерам оплачивается, коммунальные услуги. Понимаете, что такое сейчас родителям достать ежемесячно, там, несколько раз в месяц выложить деньги? Им надо прокормить семью родителей, им детей нужно кормить, одевать, воспитывать. А очень сложно. Разом с тем, участь у змаганнях всеукраинского уровня – это запорука успешного развития дитячого спорта. Как может футболист расти, если он не будет общаться, он не будет замкнут в своем кругу? Он должен вращаться, встречаться с представителями Западной Украины, Восточной Украины. Мы выезжали на турниры и во Львове, и в Тернополь, и в Донецк, и в Киев. И в Симферополь, понимаете, вот это вот общение, это дети, когда встречаются с представителями других регионов, это только рост. 93-го года и вот в 96-м году, 7-м, эта команда, тоже она Ю-19, Ю-20, это все время наши выпускники, мы участвовали в первенстве Украины среди коллективов. Потом уже шла вторая лига. Это все финансировалось, и автобусы, и очень приличный был это уровень, потому что чем выше ты играешь, сильнее соперник, тем больше рост. Дитячо-юнацкий спорт та взагалі фізичне виховання молоді в Україні зараз переживають не кращі часи. Зараз як такової фізкультури в школі нету. Факультативи, ви знаєте, що наверное, по Украине вот это прошло, это самое, то тот на уроке физкультуры умер, то тот, ну, дети. И сейчас они как бы как факультеты, факультативы. Вот и все. Нет вот этих самых, вот этих турниров, которые были раньше, кожаный мяч там и все остальное. Сейчас дети во дворах не бегают в футбол и там не в баскетбол, это все виды спорта. И у нас, если честно, по школе даже, ну, честно говорю, раньше такого никогда не было. Ну, мало детей хотят заниматься футболом.
Почему, мол, интерес к футболу у детей падает? Не у детей падает, у родителей падает. Они первые приходят и спрашивают: скажите, пожалуйста, а сколько мы должны платить? У нас бесплатная школа, я вот сколько себя помню, никогда ничего не платили. Говорит, как нет, там платят. Но жизнь заставляет, что нужно, поездку надо ехать, ребенку надо что-то, а денег нету, финансов нет, финансирования нет. Вот, вот вам и сравнение, почему падает. Не падает, детей много, они хотят. Но опять же, я возвращаюсь к тому, что уже предыдущие говорили, что условий нет. Ну как можно тренироваться? Тренироваться час, час 15. Это уже взрослые, это те ребята, которые у нас уже вот они на подходе. Они все на карандаше, их все знают. Потому что Володя Пономаренко пришел как тренер команды мастеров. Вот сейчас он здесь. И работа идет, идет работа нормальная. Прекрасно идет учебно-тренировочный процесс. Нормальный. Но опять же, условия. Незважаючи на всі труднощі, миколаївські дитячо-юнацькі спортивні школи продовжують виховувати здібних футболістів. Вони грають по першій лізі чемпіонату України. И мы на протяжении вот 4 лет в тройке находимся. Наших футболистов приглашают и в команду мастеров ФК Николаев, и также и в Днепропетровск у нас два мальчика забрали. И вот буквально два месяца назад одного мальчика пригласили в Шахтер. Дай Бог ему, чтобы он играл в высшей лиге. Миколаївський футбол має багату історію. Він переживав різні періоди, але в усі часи цей вид спорту зберігався у місті. І завдання нинішнього покоління – не дати Миколаєву зникнути з футбольної карти України.